Я нашла ее. Снимается все маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У меня много всего. И растяжки, и подключки, и свет какой-то из нее идет. Понятно. Уже было понятно. Хорошо. В биороботе есть что-то? Посмотри, пожалуйста. Но она вынесла все с него. Все вынесла. Отлично. Закрывает. Защищаем физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Марину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Марины поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Мы на месте. Отлично. Мы приветствуем Марину. Интересуемся, готова ли она к чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Но она кивает, если только это Марина, там ворочена в ней столько. Хорошо, сегодня будем разбираться. Итак, я ставим маячок зеленый-красный, если это Марина зеленый, если нет красный. Какого цвета маячок? Зеленый. Отлично. Я даю команду на счет 3 сканер сканирует пространство над головой Марины под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Марины и находит все. У нее, значит, ящер сразу вылетел. Ящер. Потом какой-то большой пучок света вышел, стоит в клетке. Пучок света. Я тебе рекомендую сейчас убрать эту голограмму. Если ты не выйдешь, я тебя сожгу. Первое и последнее предупреждение. Не изменилось? Что белое вокруг. Направляю печать семи архангелов. Мощнейший удар по этому белому свету. Удар. Это что-то белое, волосатое, как руки. Белые волосатые руки. Выстраивая от этого канал к ответственному притягиваю в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и стоит в клетке тюрьме. Он сейчас сформировался. Что это? Он говорит, что он драк. Как ты его видишь, Вера? Ну, у него голова интересная такая. Какого он цвета? Белый. Белый. Хорошо, дальше. Белый драк. Дракон? Нет, у него руки, ногти. Считает цифры есть над головой? Нет, он очень уверен, что он сильнее. И у него, когда ты сказал печать, он ответил, что у них есть свои святоши. Да ты что? Вот такой ты крутой. А круче ли твоя энергия? Он говорит, что я понял, что я в клетке. Мы развитые цивилизации, давай не будем пугать друг друга. Откуда ты? И кто ты пришел? И откуда ты вообще пришел? Развитая цивилизация. И на каком основании ты находишься в этом биополе? На основании контракта с ней. Хорошо. Будем сегодня разбираться со всеми контрактами. Хорошо. Хорошо. Я тебе просто сразу рекомендую отвечать на мои вопросы. Если я замечу какой-то надменный тон в твоей интонации, я могу среагировать неправильно. Зачем мне быть надменным? А я это почувствовал почему-то в начале нашего разговора. Почему ты не проявился сразу? Я формировался. Хорошо, ладно. Это мы все еще проверим. Итак, Верочка, у нас ящер. Из пучка света вышел белый дракон. Или драк. Как его правильно называть-то? Драк. Драк. Хорошо. Драги. Драги. У него есть контракт. Ну хорошо, давай с контрактом разберемся. А потом будем разбираться с драгами. Итак, у нас один ящер, белый драг. Дальше. Дальше уже конструкция. Большая конструкция. Конструкция. Кому она принадлежит? Она ящеру принадлежит. Она сама вышла? Да, она вышла сама. Скеннер ее вынес. Выдавил. Хорошо, поехали дальше. Кто еще им помогал? Есть синий дракон. Я не уверена, что он с ними связан. Считается, есть же. У него еще, подожди, есть демон. Какой? Цифры? 12. 12-герцовый, хорошо. Все. У синего дракона цифры над головой? 24-78. А я вот не уверен, Вера, что он не работал с этим ящером и с этим белым драгом. Синий дракон, работал ли ты с драгом и ящером? Помогала ли ты им? Скорее, они мне помогали энергией питаться. Ты мне сейчас что-то не договариваешь, меня это уже начинает печалить.
Значит, мы с тобой не найдем общий язык. Мой вопрос был достаточно конкретным. Не работал он с ним. Хорошо, считай цифру ящера над головой. 3246. 3246. Ты тоже надменный ящер. Мы вчера с таким встречались, он очень надменный был. Он говорил, что в моем распоряжении находятся командиры пирамид, которые мне подчиняются, и меня вытащат. Ты тоже так считаешь? Он не понимает твой вопрос. Это то, какая они цивилизация. Они не ставят выше людей, поэтому они имеют право быть надменными. Что значит стоят выше людей? Объясни с этого места. Развитие. Ты имеешь в виду, ящеры старее человека, правильно? Этого эксперимента, который сейчас проходит на Земле. Именно так мы даем вам технологии наравне с другими цивилизациями. Поэтому мы имеем право быть надменными. Интересная точка зрения. Хорошо, вы все знаете, где вы находитесь. Сейчас начнется у нас чистка. Я буду вам реверсом отдавать темные энергии, забирать светлые энергии. Вы в процессе этой чистки будете мне отвечать на мои вопросы. Мне важно понять ситуацию, как вы сюда пришли. В процессе чистки будут расторгнуты все контракты, активные и неактивные, в согласие Марины, как хозяйки своих энергий. После этого вы заберете все, что вы оставили. Мы выдавим все энергии. Я проведу проверку сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет в биополе, он банально сгорит в клетке в тюрьме. Такое уже случалось, поэтому я вас предупреждаю, не шутите со мной. Все, кто пройдут проверку, будут отпущены первый раз на свою чистоту. Если за ним, конечно, не тянется хвост преступлений. И это мы тоже в состоянии будем установить в процессе нашей работы. И я даю команду тонкой копии Марины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогенные низкие вибрационные энергии в ее биополе к ним. Усилие потоки в 50 раз. Хорошо. Демон, сколько ты находился в этом биополе? Сейчас, подожди, я на нее смотрю. Да. Что-то у нее смущает. Страха столько. Она стоит голова вниз, у нее она как мокрая вся от страха. Марина, я подхожу к ней. Марина, вы видите меня? Посмотрите на меня. Видит. Марина, что вы боитесь? Я стою рядом с вами. Все сущности находятся в клетке и сегодня уйдут навсегда. Чего вы боитесь? Она говорит, что я сплю и меня разбудить надо. Хорошо, разбудим. Все будет нормально. Все уберем из вас, дадим вам энергии, вы проснетесь буквально через полчаса. Хорошо, помогайте нам. Она показывает, что она к этому шару. Да. А его вот этого света подключена, и он ее как в гипнотическом состоянии. Она. Хорошо, так. Медленно все делает и руками плавно так показывает. Хорошо, обращаясь к белому драгу, что это за вот этот спектакль здесь с этим пучком белого света? Ты почему до сих пор не выключил его? Ты до сих пор продолжаешь воздействовать на человека? Я могу на него воздействовать, пока контракт не расторгнут. А вот как. Хорошо, а я могу на тебя воздействовать лазером, пока контракт не будет расторгнут. Но я этого не делаю. Контракт был подписан по воле. Хорошо, Вера. Хорошо. Ее души. Я понял, у нас упертый попался здесь драк, значит придется сделать я так. Я не упертый. Я буду разбираться. Я работаю четко по правилам. Четко по правилам. Мне будет интересно эти правила, конечно, узнать твои сегодня. Итак, есть ждем. Есть контракт. Да. Есть воздействие. Все верно. Объясни мне насчет этого контракта. Сейчас хорошая возможность. На что вы ее подцепили? А еще раньше. А что до этого было, расскажи. Другая ее жизнь. То есть это все длится не с первой жизни, не с этой жизни, это до этого еще было? До этого, да. Хорошо, меня это устраивает. Значит, да, у тебя есть основания находиться в этом биополе пока. Будем разбираться. Ждем окончания реверса, Верочка. Что вернулось к конструкции? Контракт не на Земле был подписан. Но будет расторгнут здесь и сегодня. Я это гарантирую. А в этой жизни мы ее просветляли. Я вижу, как у нас называется. Я вижу, как вы ее просветляли, что человека так колбасило со всей силы. Под таким воздействием такие сущности сидят с таким уровнем. Она была знала это.
То есть она хочет сказать, дала свое согласие, да? Мы ей помогли в прошлом воплощении. Чем именно вы ей помогли в прошлом воплощении? После ее освободили. От чего? Покажи ситуацию. От других цивилизаций. Это не была Земля. Понятно. Она подписав попала... контракт с ней. Она попала в рабство в какое-то или в какую-то... Попала в рабство. Понятно. Вы вытащили ее из этого рабства на какой-то планете, я правильно понимаю? Освободили. Освободили. И когда это было в земных летоисчислениях от сегодняшнего дня? Не так давно, так как долги отдавать надо, контракт подписан. Драк, я тебя прошу... 300 лет. Вот, отвечай на мои вопросы так, как я их спрашиваю. 300 лет назад этот контракт был заключен. Сколько у нее уже было воплощений за эти 300 лет на Земле? Или вы во всех воплощениях к ней подсаживались и брали то, что вам пообещали по контракту? У меня не было воплощений после этого на Земле. Но на других планетах были? Она затаилась и отдыхала на своей, скажем, своей цивилизации. Понятно, хорошо. И тут в этом воплощении вы ее нашли и напомнили об этом контракте, правильно я понимаю? Ей не надо напоминать, она знает о нем. Хорошо, обращаясь к Марине. Марина, вы можете ответить поэтому на этот вопрос насчет этого контракта? Вы в курсе, о чем идет речь? Она говорит, что ей трудно соображать, пока она подключена. Что... Хорошо, все, я понял. Хорошо, не будем. Реверс закончился. Отлично, установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Марина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Один, два, три, обратно пошла энергия божественная и чистая. Я вот думаю, Вера, не провести ли мне сейчас прямо расторжение контрактов? Может, это зависит? После... Да, рассинхронизация? После реверса. После реверса, да. Получается, что она ему тогда отдала какую-то часть души, что ли, она как свет возвращается. Готова. Хорошо, реверс закончился. Значит, мы сейчас тогда перейдем сразу к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Марина должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю вслух, ее тонкая копия повторяет за мной. Я, вызывая все соглашения, контракты, договоры, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Выходят договора. Активно и подсвечивается. Но он светится, как книга, и у него вот этот пучок света сверху, как печать. Понятно, отлично. Марина, вот этот момент настал. 300 лет назад вы заключили контракт с цивилизацией Драги. Вы готовы расторгнуть этот контракт раз и навсегда и аннулировать его? Она готова, но она не уверена, что у нее получится. Марина, вы хотите расторгнуть эти контракты, да или нет? Да. Повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я. Я объявляю, что 1, 2, 3. Пошел возврат энергии. Что идет с этого контракта? Она дышит, впитывает в себя свет какой-то. Ну, энергию как свет. Откуда она идет? С этого контракта идет. А, вот как. Хорошо. Книга, он тут контракт. Согласна. И вот эта энергия света, она по всему телу у нее растекается. Ноги, руки. Она начинает смотреть на себя. Ну, страх проходит, Марина? Она говорит, что это мое личное сознание, которое они украли. Украли, абсолютно верно. Так и есть. Готово. Все. Открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и все аннулированные контракты и договора уходят на переработку в чистую первичную энергию. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Закрывая, печатывая, растворяй. Она говорит, что я помню этот момент подписания, но у меня не было тогда выбора. Существует рабство разное. На какой планете это было? Это не планета, это туманность на краю галактики. Угу. А там происходит обмен. Понятно, серая зона так называемая. Точка захода, да? Нет. Хорошо. Туманность, как я уже сказала, на краю галактики. А что вы там делали в той туманности? Кто вас украл? Это долгая история, я не хотела бы вспоминать. Хорошо, очень оставь. Много цивилизаций, которые ведут обмен, в том числе технологии. Я понимаю. Самое важное, что вы сейчас расторгнули этот контракт. Все, мы поехали дальше. Итак, у нас остался белый свет
пучок света, выстраивая к нему канал от Марины 1, 2, 3 и реверсом в этот белый пучок света отдаю весь негатив, который получила Марина от него. 1, 2, 3. Мощным потоком все возвращается назад в этот пучок света. Весь негатив, все патогенные негативные энергии, вибрации, мысли, формы, все летит назад. Но у нее как память, страх связан с этими событиями, туда возвращается. Все назад, усилием 100 раз, до последнего микрона. Как черная грязь вот из этих событий разных туда летит. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на этот канал. И в порядке реверса Марина забирает. Возвращает все свое себе обратно. Да, будет так, это и есть. Значит, помнишь, я говорила, свет шел от него, а сейчас идет... От нее. Нет, до этого мы забирали уже, и она давала этот шар. Да. Сейчас идут ее родные энергии. Они как такие белые молнии, свет от нее возвращается. Вот и славно. Вернули. Ну, хорошо. Итак, Драги, ты хотел что-то сказать насчет контракта еще? Или драка, как тебя правильно? Белый. Нет, у меня нет. Ты признаешь аннулирование контракта, да или нет? Вы уничтожили копии контрагента. Мне не о чем спорить. Когда-то этот момент должен был произойти. Хорошо, он произошел. Для нее это лучше. Для нас не особо. Хорошо, поехали дальше. Итак, ящер, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью, ничего не забывая, возвращайся назад в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. Ну, у ящера конструкция, которая стояла, она большая такая. Вот она и отключает. Но даже за нее выходит конструкция. Я понимаю, мы из конструкции уже все забрали. Да. Хорошо, пусть отключает, там проводки остались еще. Она как в ней находилась. Да. Готово. Хорошо. Белый драк. У тебя есть что-то еще в биополе ее? Есть. Хорошо. Выходи, вытаскивай все и возвращайся назад. У него внешние самые чакры. Да. Копчик. Паху. Да. Такой же пучок, как кристалл какой-то. Он его оттуда вытаскивает. Аккуратненько вытаскивай. Готово. Хорошо. Синий дракон. Выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью. Приступай. И возвращайся назад, докладывая готовность к проверке. Вытащил. Хорошо, демон, выходи, вытаскивай все свои подключки, растяжки, все, что ты там установил. Объясняй, как оно действовало. И скажи мне, есть ли лярвы в биополе Марины? Он говорит, что ее энергия слепит, и ему неприятно. А что мне делать? Я же не могу ее энергию выключить. Может, мне дать команду, чтобы все вышло? Да. Давай, на руках и на ногах у нее. Хорошо, я даю команду. Все, что установлено демоном в биополе Марины на руках, на ногах, а также на всех других местах, на всех семи тонких телах, на счет три, отключается, выходит и зависает перед ней. Что же это за энергия? Готово. Хорошо, демон, забираешь свои? Да, забирает. Отправляю демону. Хорошо. Демон, еще вопрос. Лярвы есть в биополе? Будешь их забирать или нет? Не будет. Хорошо. Лярвы есть, не будет. Я первый раз вижу демона, который отказывается от лярв. Там, наверное, присутствуют энергии какие-то, от которых тебе может стать плохо. Слишком много космических. А, в этом плане. Хорошо. А я не такой. Я понимаю. А как высокая насчет... Высокая вибрация. Я почему спрашиваю? Потому что у меня еще эмоциональный фантом остался. Со всеми негативными программами, мыслеформами и энергиями. Это заберу. Хорошо, давай тогда сразу этот вопрос закроем. Выходит эмоциональный фантом Марины 1, 2, 3. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Проецируется на ее эмоциональном фантоме. У меня вышел фантом целый, она улыбаться начала. Отлично. Марина, вы готовы расстаться с этими энергиями? Легко. А скручивай эти энергии в шар. 1, 2, 3. Демон забираешь? Она говорит, пусть подавится. За то, что сидел во мне. Хорошо, демон. Итак, твое слово. Забирает он. Отправляю демону. Хорошо. Так, мы закончили с этим этапом тоже. Все забрали. Я даю команду Марине на рассинхронизацию ее энергии. Рассинхронизация до 100%. Готово. Я даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка.
У нас демон не может успокоиться после ее слов. Он подавился. Она обзывает всяко. Тут без нас, пожалуйста. Мы с этим ничего не имеем общего. Хорошо, ждем. Отлично, все прошли. Отлично, проверку буду отпускать. Хорошо, начнем с демона. Демон готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, синий дракон. Я хочу получить у тебя слово синего дракона, что ты больше не придешь в это биополе. Дай слово. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю тебя. Ли, я приветствую тебя. У меня уникальный такой экземпляр, белый драк. Я таких еще не видел. И ящер 3246. Меня больше интересует, может, ты о них что-то об этом белом драге расскажешь, потому что, как я понимаю, все произошло с согласия человека. Но если за ним какие-то хвосты тянутся или за ними, будь любезна, посмотри, пожалуйста. Драки — очень известная цивилизация. Белых я еще не видел. У нас были белые драконы, но белых драгов. Это разница. Это разница, да. Они считают себя нашими создателями и древнее нас, насколько я понял из нашего разговора сегодня. Они помогли человеку там в какой-то ситуации и подписали с ним контракт. У меня никаких вопросов по этому. Я вижу. Да. Они имели на это право. Они имели... У меня вопросов нет. Я просто хотел узнать за эту цивилизацию, потому что белых я еще не видел. Думал, ты что-то мне интересное расскажешь о них. Они прародичи, считаются, ящеров, или они прародичи драконов? Кто они? Это отдельная цивилизация. Отдельная сами по себе. Ладно, хорошо. Отпускать? Ящера заберем, моего отпускаю. Хорошо, белый драк. Ты готов уходить? Готов. Ты мне можешь еще ответить на вопрос? Я не понимаю, почему ты белый? У вас по цвету разделения тоже есть какие-то? Это древний какой-то, или у него какие-то особые способности, или это подвид какой-то, или как мне это понимать? Моя энергия белая, поэтому я белый. Понятно. Намного ты старше человечества? Ваша цивилизация? Конкретно? Мы развиваемся по-другому, мы выше вас. В каких параметрах? В измерении. А, в измерении. У вас у тебя другой уровень плотности, ты хочешь сказать? Или как мне это понимать? Плотности жизни. Понятно. Хорошо, все. Меня не смею тебя больше задерживать. Мы причину установили. Контракт аннулирован. Я тебя спрашиваю, готов ли ты уходить на свою частоту? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте белого драга. 1, 2, 3. И он уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Пучок света. Уничтожаем, Вера, да? Да. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Пучок уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Под конструкцией открывается ящера портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Конструкция уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Что у нас еще в клетке? Готово. Посмотри, что у нас в клетке. Ничего не осталось больше? Не осталось. Переходим по частотам. Поехали. И на счет 3 запускаем процесс активации. 3. Пошел процесс. Она знает, какая у нее душа. Какая она, хочет сказать? Или не готова? Арктур. Арктурианка. Отлично. Она говорит, что это ничего не меняет. Вообще ничего не меняет. Скажет она или нет. Я понимаю. Просто сегодня придет куратор, мы просто будем знать, откуда он придет. Согласна. Готова. Хорошо. Переходим к защите. Создаем защитную оболочку. Подсоедини тонкую копию Марины к источнику полей Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Пошел процесс. Еще она знает, откуда у нее этот контракт. Она помнит это. Генетическая память. Все понятно. Она служила в секретных войсках, в структурах Альянса. И у нее была миссия в этой туманности. И
И она там попала в ловушку, да? Да. Понятно. Хорошо, мы очень рады, Марина, что мы смогли помочь вам и этот вопрос закрыть. Она говорит, вы сомневались, взять меня или нет. Я благодарю, что разум взял верх. Хорошо. Готова, Миркам. Отлично. Хорошо. Пусть тонкая копия Марины вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Она говорит, что Меркава – это универсальная защита. Верно. 620. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Марины до числового значения 620 Гц. Пошел подъем. Как вы знаете, эмоции – это плохой советчик. Поэтому 620. Все верно. Прекрасное состояние уверенности. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Марина, как вы себя чувствуете? Ровно час она назад... Она смеется, она говорит, да я распределила все уже и сгармонизировала. Благодарю вас. Замечательно, хорошо. Вернула себя себе. Час назад вы стояли здесь, плакали. Я подходил к вам и говорил, все будет хорошо. И вот мы опять на этом моменте, я вам говорю, все хорошо. Как я была пустая, вот собрала по частицам, вернула себя назад. Да, много с вас, конечно, и к вам подселилась, и сильная довольно сущность, я скажу сразу. Такое массивное воздействие, это ужасно ощущается на физическом плане. Я очень вас понимаю. Контракт мне сильно мешал, поэтому я выжидала 300 лет, чтобы технологии поменялись, и можно было убрать его в какой-то момент. 300 лет пришлось ждать? Да, на Земле не было таких технологий, чтобы убрать контракт. Все понятно. Просто мы встречаем очень часто у нас сейчас люди с такими контрактами по 500 лет и так далее, которые несколько раз приходили на Землю, некоторые 3 раза, и нам удавалось им помогать. Теперь понятно почему. Хорошо, Марина, мы закончили. У нас остались, вернее, у вас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем его приглашать в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю прийти в эту комнату диагностики куратора или учителя Марины. Она знает, кто придет. Том мужчина. Хорошо, ждем. Он у нас. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Марины. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Обращайтесь, Том. Том. И, конечно, здравствуйте. Приветствуем представителя Арктура. Мы очень рады видеть вас в нашей комнате диагностики. Меня зовут Влад, это Вера. Чуть дальше стоит ваша подопечная Марина. По ее благодарю, просьбе... ребята, хорошая работа. Это наша работа. И еще остались 10 вопросов у Марины, а она попросила их задать своему куратору. Будете ли вы так любезны, объективно и ответить на эти вопросы? Отвечу на то, что она не знает. Отлично. Позволите начинать, Том? Вернее, не помнит. Не да, помню. Пожалуйста. И давайте я предлагаю, если вы закончите отвечать на вопрос, скажите, я закончил, чтобы я просто вас не перебивал и знал, что вы закончили свою мысль. Я постараюсь быть глубоким и предельно кратким. Я в этом более чем уверен. Я благодарю вас, уважаемый Том. Итак, первый вопрос. Почему я выбрала воплотиться на Земле в эту эпоху? По-моему, она сама уже ответила на этот вопрос. И по ходу нашей чистки... Расторгнуть контракт. Вот так вот. Можем переходить ко второму вопросу? Или вы добавите? Я хотела бы добавить, почему именно на Земле. Контракт заключенный. Давайте скажем это в космосе, как вы его представляете. Да. Трудно расторгнуть, когда вы про него знаете. На Земле память стирается, поэтому должна быть технология, которая снимет этот контракт, как с невинного человека, отработавшего и отдавшего свои энергии. Это для вас, не для нее. Она и так это знает. Уважаемый Том, я просто благодарю вас за эту информацию. Честно говоря, мы уже несколько таких контрактов расторгнули, но я никак не понимал их причины и не понимал, как это взаимосвязано. Теперь мне намного стало все понятнее. Я благодарю вас сердечно от своего имени за эту информацию. Скажите еще, пожалуйста, есть это только действительно на Земле или есть еще другие планеты, на которых можно расторгнуть контракты?
Я не спрашиваю, какие. Частично на других планетах тоже, но на Земле стирается память основательно. На других планетах очень частично, в зависимости от души. Благодарю вас. Мы можем переходить дальше? Вы закончили здесь? Да. Благодарю вас. Итак, второй вопрос. Возраст моей души? 29 тысяч. Благодарю вас. Третий вопрос. Какие сильные стороны есть во мне, о которых я не знаю? Да в тебе много сильных сторон. Не сильных не берут в секретную службу Альянса. Твоя сильная сторона – это логический ум, рассудительность, информация, которую ты любишь поглощать и владеешь, аналитическое мышление и рассуждение, которое приводит тебя к разумному выходу из ситуации. Это даже видно на этом примере твоего ожидания. Я закончу. Я не знаю, Том, но по идее таких людей мы ищем для регрессологии, для как раз такой работы, которую вы описали, именно те качества, которые мы ищем в людях. И нам было бы, безусловно, интересно, подходит ли в этом отношении Марина, если она, конечно, интересуется этим планом, этой работой. Человек, который был под контрактом, можно сказать, сломлен в его физическом теле. Ему надо восстановиться. Я бы сказал, в голове. В голове, безусловно. Мозговая часть. Она привыкла помнить то, что на Земле, прорабатывать, прокручивать и жить по циклу, цикличной жизни с утра до вечера и ночи. Это тормозит, безусловно. Благодарю вас за это разъяснение. Вы хотели добавить еще что-то по этому вопросу? По сильным сторонам? Нет, я закончу. Следующий вопрос у нас точно такой же, только касается талантов. Какие таланты есть во мне, о которых я не знаю? Художественный аспект, черчение, рисование. Творческий потенциал. В какой-то момент он перегибает планку, уходя в поиски, и опять начинается цикличность. Понятно, шаблонное мышление. Исчезает анализ. Исчезает анализ. Но мы говорили о талантах. Абсолютно творческий. Верно. Творческий талант есть. Замечательно. Благодарю вас, Том. Я могу переходить к пятому вопросу? Да. Интересно, как вы на него ответите. Есть ли у меня ангел-хранитель? Есть. В моем лице. Куратор, про это я и говорю. Ангел-хранитель у ангелов, хранители у всех других цивилизаций. Про это я и говорил, отвечая на предыдущий вопрос. Перегибает планку и начинает цикличность. Это я объясню. Интересуется чем-то и развиваясь в этом. Забывает анализировать и искать что-то новое. Получается цикличность. Цикличность – это когда мы возвращаемся к исходному пункту. Она ходит по кругу. Достигая так. Чего-то, ходит по кругу, не принимая другие версии, не развиваясь в физическом теле. Тормози. Развиваясь только в этом. Объясню, чтобы было совсем понятно. Изучая что-то, она доходит до какой-то точки, скажем, высшей для нее и для момента. И начинает, как это объяснить, вариться в этом моменте. Ни выше, ни ниже, не ища что-то альтернативного, как застревает в моменте. Это я имел в виду цикличностью. Можно это ступором назвать? Это когда человек достигает... Я не могу назвать это ступором, потому что там идет цикличное движение. Понятно, движение идет. Энергии бросаются туда. Хорошо, может быть, впоследствии следующих вопросов мы сможем разобраться с этим дальше, потому что там есть один такой вопрос. Секунду. Ступор – это когда энергии стоят. Цикличность – когда по кругу она делает одно и то же, отдавая свои энергии туда. Благодарю вас за это разъяснение. Безусловно, вы правы. Продолжай. Итак, шестой вопрос. Как получать ответы напрямую от моего куратора? Спрашивать напрямую меня, Том, твой ближайший друг и партнер в прошлом. И первый ответ, который она услышит, это будет ответ от куратора. Только надо его не анализировать, а воспринимать, как он идет. Совершенно верно. Но сперва нужно активировать свою память. Тогда тебе будет совсем просто связаться со мной. Вы можете ей помочь в этом как-то? Или это путь осознанности?
Мне не нужно активировать тонкую копию. Она сама активировалась и знает, кто она. Но с физическим телом сложнее, запутавшись в страхах и не имея, и, вернее, имея стертую память. Ей будет сложно перестроиться. Стереотипы — это как теплое место для людей. Мы называем... Зона комфорта. Только хотел сказать. Мы это называем зона комфорта. Телепатия, мой друг. Все, что мы можем, в принципе, достигнуть в этой жизни, начинается с момента выхода из зоны комфорта. Я прочитал твои мысли. Благодарю, Том. Можно дальше продолжать? Конечно. Седьмой вопрос. Очень интересно. Продолжать ли мне занятия в Академии Центр Света Камали Хефарс по программе «Золотой геном человека» для моего духовного развития? Если ты хочешь находиться в этой цикличности, да. Если ты хочешь альтернативных знаний, тогда нужно работать над собой и что-то изучать, искать новое, альтернативное, не связанное с этим. И постоянно анализировать. Абсолютно верно. В том, только так, иначе никаких возможностей нет развиться. Я благодарю вас. Я забавлю два слова, мы еще вывели из нее, выдавливали, когда энергия, вывели из желтую эту энергию этого эгрегора, очень неприятный такой был цвет. Он находился действительно в ее биополе, я был удивлен, я еще никогда не видел энергии эгрегора. Наверное, золотой. Скорее всего, золотой, да. Так же, как и название. Ах, вот как, вот откуда оно пошло. Везде есть логика. Согласен с вами, согласен. Я лишь скажу, что это было мое предположение, а дальше анализирую сама. Благодарю. Восьмой вопрос. Расскажи мне о самом значимом воплощении в Древнем Египте на этой планете. Почему-то оба смеются. Голограмма памяти. У меня было какие-то вообще воплощения в Египте? Можно так спросить? Да, было. Мы воплощались вместе в Египте. Расскажите два слова, ее это наверняка будет интересовать об этой жизни. Она нас потом вопросами забросает, а мы не будем знать, что ответить. Почему вы не спросили? Я не буду раскрывать всего. Я лишь скажу, что за громкими именами любой эпохи стоят тот, кто делает возможным, чтобы событие свершилось. Мы были наблюдателями и теми, кто продвигал определенные события. Больше я не могу раскрыть эту тему. И как ни странно, я знаю то, что вы хотели сказать. Я тоже не буду озвучивать. Благодарю. Благодарю я вас за эту информацию. Хорошо, девятый вопрос. На данном этапе жизни в правильном ли я направлении? Мой род деятельности и мои проекты. Я отвечу на этот вопрос так. Раз тонкая копия находится в этой комнате, значит, процесс продвижения и альтернативного видения сдвинут. Точно так же ты должна обратить внимание на все твои другие проекты. Думаю, тебе будет понятна эта информация. Безусловно, я думаю, она поняла вас. Том, еще один вопрос, который она не осветила, но который ее очень беспокоит. Это ее проблема беспокойного сна с детства. Кошмары, не могу спать в полной темноте. Всегда оставляю ночник в спальне, когда я просыпаюсь ночью, не могу понять. Как вы хотите с контрактом? Они постоянно повсюду. Вот так вот оно действует. Страх темноты, замкнутого пространства, в лифте дискомфорт. Все, вот что меня беспокоит. Они напоминают о себе всегда. Конечно, платить надо. Благодарю вас, Том. Последний вопрос, десятый, если мы закончили с этим. Послание от моего куратора. Хочет ли он мне что-то сказать, посоветовать? Да, хочу. Хочу, чтобы ты не забывала, кто ты есть впредь. И развивала свои энергии Арктура, вернее, синхронизировала их с физическим телом, так как они у тебя достаточно хорошо развиты. Чтобы вспомнить немного, наверное, стоит поискать информацию, которая есть на Земле. Этим ты переключишься и найдешь что-то альтернативное. Я полагаю, поскольку она нашла нас, то она найдет и любую информацию, которую она хочет. Именно поэтому я оставляю это для нее. Пусть будет немножко
такой маленькой секретности, не договора, и она сама найдет ответы. Иначе какой смысл тогда жизни? Это не договор, это шаг, чтобы отступиться от эгрегора, переключиться на что-то альтернативное. Очень хороший совет. Уважаемый Том, мы закончили с вопросами, вопросов у нас больше нет, вы на все ответили. Если вы хотите сейчас обменяться с ней энергиями или активировать ее стержень, ну, он, по-моему, уже активирован, это был бы самый лучший момент. Добавить стержень себя. Активирован, она достаточно опытный сотрудник. Хорошо. Я лишь хотел бы обнять моего друга. Пожалуйста. Я объясню немного. Партнеры создаются в структурах альянса определенным образом. Это души, которые могут мыслить одинаково. Тогда реакция будет быстрее, когда они работают вместе. Поэтому, обнимаясь... Вы усиливаете все. Мы усиливаем наши, ну, скажем так, возможности. Как это замечательно слышать. Благодарю за эту встречу. Уважаемый Том, мы еще не закончили, подождите. Вы еще не знаете об одной доброй традиции, которая у нас в комнате диагностики есть. Вы чувствуете эти энергии, вы видите, какие они чистые. У нас есть очень добрая традиция каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам сюда в комнату диагностики. Мы делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. И мы просим уважаемого Тома принять этот скромный подарок. Это единственный чистый экологический продукт, который остался на Земле. Мы просим вас это принять в знак благодарности за вашу помощь, за ваши ответы, за то, что вы сегодня пришли и помогли своей подопечной ответить на эти вопросы. И от нас с Верой за очень интересную беседу с вами. Ягодки. Очень прекрасный подарок. Я с удовольствием приму его. Замечательно. Но нам не очень... обманывайтесь, у вас ничего нет экологически чистого на Земле. И вы виноваты в этом сами. И тут не возразишь вам, уважаемый Том. Хорошо, тем не менее мы рады, что вы приняли этот подарок. Надеюсь, наши ягоды экологически чистые. Примите. О, я с удовольствием попробую прямо сейчас. Замечательно. Вот эту голубику. А голубику я увидел, да. Как вам? Волшебно. Отлично. Передавайте привет от нас Арктуру. Мы всегда рады всем, до кого вы достучитесь, все, кто готовы принять правду, избавиться от всего, кому можем, мы всем обязательно поможем. Мы всегда открыты, это наша работа, и мы ее очень любим. Благодарю за этот, я бы сказал, очень глубокий сеанс и встречу. Вы его наполнили. Продуктивный, я хотел сказать. Вы наполнили его глубиной. Нам очень было приятно с вами общаться. Чувствуется очень опытный куратор. И мы рады за вашу подопечную, что у нее такой опытный, за Марину, за то, что у нее опытный куратор стоит на ее стороне, и она всегда может к нему обратиться и услышать ответ. А я благодарю вас за то, что я чувствую, что мой долг выполнен. Так и есть. Так и есть, так и есть. Я не прощаюсь, я говорю, до скорых встреч. Возможно, Марина захочет со временем и с Высшим Я встретиться. В таком случае мы всегда приглашаем куратора, и мы с вами еще раз увидимся. Я с радостью покидаю эту комнату диагностики, как вы ее называете, и хотел бы предупредить, что Марине сперва нужно синхронизироваться со своей тонкой копией и принять уверенность структуры и знания самой себя. Это мы сейчас как раз сделаем. После нашего разговора мы ее вернем назад, и она, и синхронизируем ее, гармонизируем на всех уровнях. Также мы ей рекомендуем заправляться энергиями, поднимать вибрации каждый день, и очень важно сбрасывать негатив. Если вы еще здесь добавите два слова по гигиене чистого тела, тонкого тела. Окей, я лишь покажу, что своими артурианскими энергиями. Хорошо. Начнем с того, что у нее очень расширенный стержень. И она спокойно может его расширять, сужать и работать им. Все энергии Арктура в ней. Она очень легко может расширять свой стержень изнутри, просто выкидывать все эти энергии негатива и сматывать в один шар или же объект и сбрасывать его.
галактическое ядро. И потом закрывать галактическое ядро. Важно, на Земле добавлять. Люди забывают. Так и есть, уважаемый Том. Если она захочет, у нас есть на нашем канале очень много интересной информации по этим техникам. Мы делимся с ними, как ставить Меркабу, как именно активировать. Именно это я и хотел сказать. Это все дано на Землю. Зачем куратору тратить на это время? Конечно. Хорошо, Том, мы закончили. Не смею вас больше задерживать. Жаль, что вы уходите. Очень приятно было с вами общаться. Но мы еще встретимся, я уверен. О, мы всегда на связи с Мариной. И я очень рад с вами познакомиться. И нам было очень приятно. Благодарю. Всего доброго. Благодарим вас. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо, Марина. Мы провели встречу с вашим куратором, с Томом, с Арктура. Вы хотели добавить что-нибудь? Мне нечего добавить, кроме того, что я счастлива. Отлично, этого достаточно. Будем возвращать вас назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Работайте над собой. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Марины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. И я на месте.